Вот мы ждали и дождались. Да, обожаю этот комплект для спальни «Бирюса». Я себе обязательно его возьму 100%, потому что сегодня такое предложение стоит не 3800 рублей и выше, а 1190 рублей. Вы думаете, просто за подушку? Нет, нет и нет. Подушка в комплекте, но это еще не все. Представляете, на матрасник тоже в комплекте. У нас есть, вот скажите мне, пожалуйста, с колл-центра, какие размеры? Полутора спальни, я знаю, стоит вот 1190 рублей. Также у нас есть 90 на 200. У нас три размера, давай я тебе расскажу. Да, давай, расскажи. 90 на 200 так. Размер, 140 на 200 так. И есть еще размер 160 на 200. То есть это полутораспальный, двухспальный или евроразмер, проще говоря, чтобы вы не путались в цифрах, ну, прикидывайте так. То есть отличный у нас... вариант, смотри, для детей получается, да, для семейной кровати, да, и для большого дивана. И это фантастика. Я один на матрасник покупал для своего матраса, он мне обошелся в 3000 рублей. Один на матрасник. А здесь невероятное предложение. Вот такие облака, вот такой пушистик. Сегодня да, вместе с подушкой за 1190 рублей. Сразу тебя хочу спросить, что это за материал? Что за материал, да, да, фантастический, действительно, материал, как снаружи, так и внутри. Снаружи у нас микрофибра невероятная, очень приятная микрофибра. Вы знаете, нить микрофибры тоньше, чем человеческий волос, вы можете себе представить. И вот какими свойствами микрофибра обладает. Она была изобретена вообще в конце 20 века в Японии для космической промышленности. Отлично пропускает воздух, препятствует образованию грибков, гипоаллергенов. Аллергенный материал, не нужно гладить, быстро сохнет, долговечное, очень прочное и не теряет своего цвета, также не дает усадки и сохраняет форму на долгие-долгие годы, дорогие друзья. Поэтому вы, не опасаясь, стираете сколько угодно наш на матрасник и нашу подушку, несмотря на то, что у нас здесь наполнитель. Вот разве с натуральными наполнителями такое можно было бы себе представить? Во-первых, это такая очень благоприятная среда для развития различных бактерий, это и пылевые клещи, которые действительно очень серьезно вредят нашему здоровью. Просто бактерии, просушить их сложно, ухаживать за ними в принципе невозможно, разве что с помощью химчистки или каких-то специальных отпаривателей. Здесь у нас внутри находится высокосиликонизированное волокно. Это волокно так. Мы можем стирать в домашних условиях. Это оно прекрасно фантастика. Держит форму. Вот я сейчас, Олесь, тебе продемонстрирую такой эксперимент. А можно я прилягу? Можно, только смотри, я сначала поиздеваюсь над нашей подушкой, для того, чтобы вы увидели, насколько плотно она набита и как прекрасно она держит форму. Фантастика. Оно вот выпрямилось. Я тебе могу сказать, да, что вот мне так нравится качество, очень дорого выглядит. Если вы выбираете такой комплект для того, чтобы сделать подарок на день рождения, на свадьбу, на юбилей, либо себе любимый, знаете, вы подарите и никогда не говорите, за сколько вам обошелся этот набор. Потому что в обычных магазинах, знаешь, вот даже в Мосмаркетах, такой набор будет стоить 10, 15, 20 тысяч рублей. Я тебе могу сказать, что качество нереальное. Да, у нас просто фантастика. Дизайн здесь, такие вензеля у нас, да, да, такой королевский опять принт, королевский рисунок, атласный блеск, это все благодаря микрофибре, фантастическому по своим свойствам материалу, мы уже говорили о том, что это очень прочный, долговечный материал. Я бы сейчас хотел попросить, если у нас есть возможность, вывести на экран все функции и все свойства высокосиликонизированного волокна, которое находится у нас внутри. Я уже говорил о том, что мы можем стирать без проблем. То есть, по большому счету, это волокно, оно полое внутри. То есть, влага, которая проникает, она практически сразу же выходит. Далее, подходит людям с аллергическими заболеваниями, не волнуемся абсолютно. Прекрасно пропускает воздух, вот то, о чем я и говорил, за счет своей полой структуры. Изделия из волокна почти невесомы, они легчайшие. Их можно легко брать с собой, перевозить с места на место. Легко стираются, не заводятся микроскопические клещи. И самое главное, прослужит вам долгие-долгие годы. Слушай, какая красота! И мне очень важно, что для аллергиков подходит. Что вот мне все-таки аллерголог сказал, сразу выбрасывайте все из натурального пуха, из натуральных веществ. Вот представьте, вы для любой толщины матраса сможете надеть вот этот на матрасник, потому что у нас есть здесь в комплекте резинки. Резиночки. Вот дети играются, да, вы купили, у вас матрас может стоить несколько тысяч рублей. Ничего страшного, если вы что-то прольете. Ничего страшного, если животные будут запрыгивать, даже если вот ребенок, да,
вот маленькие особенно, да, вот мне сейчас привычала ее горшку, бывают какие-то особенности. Все, можно же постирать и все, и снова использовать. И все. Причем... А матрас-то мы постирать не сможем, если у нас все пролится. Сможем, абсолютно сможем, без проблем. Матрас, да, я думал, ты про наматрасник. Я подумал, что ты боишься, что у нас будет мигрировать волокно внутри. Нет, у нас есть здесь стежка, у нас наматрасник полностью простеган, то есть наполнитель, который находится внутри, силиконизированное волокно, оно закреплено с помощью вот такой стежки Ультрастеп. Уникальные технологии для вашего комфорта, для вашего удобства и для вашего, знаешь ли, правильного мироощущения. Вот смотрите, есть вот такой самый небольшой размер для односпального, есть для двуспального, есть для евро размера.